В народной медицине применяется как желудочное средство при заболеваниях легких, как успокаивающее, болеутоляющее, отхаркивающее средство, а также при судорогах, кровохаркании, кашле, поносах, в виде примочек, при ожогах, укусах змей. Наружно в виде мази или примочек, при фурункулах, укусах змей и бешеных собак, если нет возможности оказать скорую врачебную помощь. При этом используют толченые корни или листья.